это вот реклама, которая влезла прямо ко мне, вот наглую ко мне в компьютер. Это. То есть я, естественно, сейчас уже сам памперсы никогда не носил, благодаря им сохранил мозги. Вернее, благодаря тому, что не носил. Нынешнее поколение молодое, это те, кто сейчас приходит на министерские посты, я их называю памперсниками. Это вариант памперсов, видите? Вот. И я что хотел сказать? Или откажемся от них, сейчас я не буду развивать эти темы. Все знаете мою точку зрения, на чем я отчеркнулся. Вот. Или сейчас громко на всю страну будет объявлено, что это главная проблема России, потому что уничтожается мужественность у мужчин, женственность у женщин, вот. И уничтожаются мозги, уничтожается все. Не будем расширять, почему это вы уже знаете. Вот. А опять рассказывают, что между ног болтается, вот. И который мы в последнее время помидорами почему-то называем, что это все страшная проблема, и пока о ней не будет заявлено, у нас страна еще одно-два поколения будет уничтожена. Трагедия для родителей, у которых дети будут голубыми. Трагедия для женщин, у которых никогда не будет больше мужчин. Трагедия для медицины, потому что больных будет нарастать, количество больных детей нарастать. Они уже исчезли с улиц, все. Это были вот эти вот трусиков. Вот. Просто я решил так. Я буду коротко, я потратил 1 минуту. Но буду долбить, долбить и долбить. Когда-то кто-то из уже из ваших детей, кому-то вы уже внушите, когда-то вы скажете, лучше это, кто из вас моложе, лучше я пеленки постираю. Вот. Но памперсы не одену мальчику. А потом он вырастет и станет министром. И он, ум вернется обратно. Вы думаете, почему мы так живем? Почему у нас этот самый Рекалин? Когда он был 3 года, памперсов не было. Почему у нас Рекалин сторожем работает? Умнейший мужик. А? Вот это вот следующая тема. Нам осталось полчаса. Мой садовод. Это опять канал, опять моя фотография. Я просто выделил. То есть уже их, наверное, это Алексей Виноградов. Сколько их, наверное, украдено? 30-40. Как-то покажу. Да ничего-то набрать абрикос Серафим, и вы сразу увидите, сколько их там. И вот очередной. Но он-то ко мне лезет. А что я должен делать? Я должен любоваться. Вот прямо вижу рекламу, вижу свою фотографию, видела уже десятки раз. Она прямо как будто она какая-то самая средняя, не серенькая, но средняя. У меня десятки фотографий с такими плодами, там крыша едет. Ну почему она? А я знаю почему. Набирайте. Хотите проверить? В Яндексе в этом, в Гугле там. Набирайте. Абрикос Серафим. Фото. Вот и что. Или фото абрикос Серафим, или абрикос Серафим фото. Нажали. Или первое место держит, или второе. А тот, кто выдумывает эти самые, якобы продает саженцы, якобы, а на самом деле их являются перекупщиками с южных стран, первое, даже не задумываясь, копировать и в себе в сайт, даже не задумываясь. И так себя разоблачает. Вот. А я что, посмотрите, 270 рублей. Запоминайте, за такие деньги вырастить в Сибири при наших ценах, при нанятом труде, так называемый этот, при этих трудозатратах, при ценах, при все электричество, все, за 270 рублей продать, вернее, купить, вернее, назначить цену, это значит сразу, вот берите, еще дешевле купите моток веревки и кусок мыла дешевле, и повеситесь, потому что никогда вам это не продать. Единственный вариант за 100 рублей купить в Италии, еще рублей 50 уйдет на эту перевозку, и еще там 120 рублей вы получите в виде чистой прибыли. Конечно, за 270 рублей купят. Цена водки, бутылки водки средней. Конечно, купят. Вот на это и расчет, на дураков.